Проблема жилья в России будет решена, но только в том случае, если граждане станут финансово грамотными. Жилищный кооператив «Бествей» намерен не только научить правильно вкладывать свои деньги, но и каждого члена кооператива сделать обладателем квартиры. Это альтернатива ипотеки, только намного доступнее и прозрачнее. Жилищный кооператив «Бествей» – это социальный проект. Некоммерческая организация, целью которой является только приобретение недвижимости для своих пайщиков на основании одного лишь паспорта. За 2 года порядка 140 человек стали обладателями собственных квартир. Любой человек, имеющий 35% от стоимости объекта, может смело рассчитывать на то, что ему приобретут объект за 100% стоимость, и ему будет добавлена сумма 65% под 6% годовых с рассрочкой на 10 лет. Компания хоть и молодая, но уже с большими достижениями. Дважды проект компании признавали на всероссийском уровне предприятием года за социально-экономический вклад в укрепление экономики страны. Множество государственных наград на счету. Представительства жилищного кооператива «Бествей» находятся во всех регионах России. Каждый месяц покупку жилья оформляют порядка 20 человек. Как первоначальный взнос можно использовать материнский капитал. Система крайне проста и понятна. В любом регионе России дистанционно может стать членом кооператива, оплатить вступительный взнос, внести на целевой счет Сбербанка паевый взнос. Эта сумма всегда возвратна. В случае выхода из кооператива человек всегда гарантированно возвращается сумма, которую он внес на целевой счет Сбербанка. Вот это гарантия государства. Основатель компании Роман Василенко – почетный гражданин России. Его фамилия уже 2-й год подряд на первых страницах всех деловых журналов и даже в альманахе деловой элиты России. Его команда по всей стране взялась за перелом системы и общепринятых стереотипов. Теперь и у сочинцев есть возможность приобрести жилье в рассрочку до 10 лет. 8 июля для всех желающих состоится городская презентация федерального проекта жилищной программы «Бествей» в Маринс-парк-отеле в 12 часов дня. Вход свободный. Ирина Сальникова, Юрий Погоров. Время новостей.